2005 году 5 румынских священнослужителей были осуждены за убийство монахини. Основана на реальных событиях. Она умерла во время обряда экзорцизма. Их арестовали и сейчас предъявят обвинение. История про одержимую монашку. Хочешь вставить еще одну шпильку церкви? От продюсера фильмов «Проклятие Аннабель» и «Заклятие 2». Я отец Антон. Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов? Послушайте это. Что-то злое и могущественное прячется во мне. Вам надо быть осторожнее. Тут происходит что-то, о чем церковь не хочет распространяться. Лукавство порой скрывается под рясами святых. Тебе нужна защита. Веришь ты или нет, но демоны реальны. Есть рай и есть ад. Демон. Он хотел, чтобы ты оказалась здесь. Демон реальнее и коварней. Чем тебе кажется? Сначала надо узнать, что это за демон. Затем демон открывает себя. И, наконец, экзорцист вступает в битву с демоном. Заклятие. Наши дни. В кино с 12 октября.